Друзья, всем привет! Я приехал сюда, чтобы рассказать, с чего началась моя история. Пойдемте за мной. Для меня это культовое место, потому что именно с этого района началась моя история с Ютубом. Именно в этом доме я монтировал свои первые ролики. Именно в этой квартире я снимал большинство своих первых роликов. Я не знаю, удастся ли нам попасть сейчас хотя бы в подъезд, либо нет. Но в любом случае мы пройдемся сейчас по тем районам, по тем местам, где я снимал свои ролики здесь, в Иркутске, в Новоленино. Сколько лет прошло, эти выбоины все еще не заделали. Мы сейчас смотрим в окна нашей старой квартиры, и походу там кто-то есть, потому что кто-то проветривает. Так прикольно приезжать сюда и понимать, что когда-то мы сидели вместе с Йосифой в этой квартире и мечтали переехать в тот район, в котором мы сейчас живем. Я сидел на кухне, монтировал ролики, которые, собственно, сейчас вы смотрите на канале. И эта история, это часть моей истории. У каждого из вас есть своя история. В общем, долго останавливаться здесь не будем. Давайте перейдем сразу на ту культовую площадку на 40-й школе, где я снял свой самый первый ролик. Вы не поверите, когда-то здесь, на этом стадионе, я записал около, наверное, 5-7 видео вместе с покрышками. Это были очень крутые тренировки и были, на самом деле, очень крутые времена, потому что мы тренировались реально олдскульно и реально по жести. Я проводил здесь, наверное, 3-4 часа подряд, приходил утром, и каждый день я здесь тренировался. Затем пацаны подтянулись из этой школы, и мы тренировались уже вместе. Там Ваня был, который сейчас учится в Москве, он, по-моему, даже уже закончил университет, точно не знаю. И мы тренировались вместе, и сегодня мы приходим сюда и видим следующую картину. Сейчас я вам все покажу. Здесь лежат куча покрышек, прям целая куча. Давайте даже посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 покрышек. 13 покрышек. Раньше здесь была только одна. Это круто. Люди тренируются. Я надеюсь, что они смотрят мои тренировки и тренируются с этими покрышками по назначению. Ну что, только что отснял для вас тренировку. Ту самую тренировку, которая была самая первая на моем втором канале. Пойдемте за мной. Есть у меня одна история, которую я с вами хочу поделиться. Помните, я говорил, что парни со школы увидели меня и тренировались вместе со мной? Так вот, этого парня звали Ваня. Он сидел за уроком, не знаю, какой у них урок там шел. Я занимался здесь с мячиком, боксировал. Он занимался тайским боксом, и у него был канал. По-моему, назывался он Макет, игровой канал. В общем, он обозревал GTA San Andreas, или как это там называется. Не помню, на какую-то из GTA он делал обзоры, играл в нее. И канал был достаточно популярным, в принципе. Сейчас он его, по-моему, уже не ведет. Или продал даже этот канал. Он увидел, написал мне ВКонтакте. Тогда у меня было что-то около 1000, около 2000 подписчиков. Сказал, что тоже блогер и тоже хочет со мной заниматься. И мы с ним начали тренироваться. Он, в принципе, был парень спортивный. И у него очень хорошо получалось. Постепенно. Все лучше и лучше и лучше. И с этого, можно сказать, началась моя тренерская деятельность. Потому что помимо Вани присоединился еще один парень, потом еще один парень. Знаете, как в фильме «Форрест Гамп», когда он бежал один, затем двое, трое, затем за ним целая толпа. Вот то же самое здесь. Я вышел, занимался, один парень присоединился, второй, потом у нас была целая толпа, реальная толпа, и мы здесь тренировались постоянно, что-то делали, все это было абсолютно бесплатно, то есть я еще тогда не подразумевал, что буду работать тренером. Но в целом, как оказалось, это мое призвание, мне это нравится, и на данный момент тренерская деятельность у меня получается очень хорошо, и в этом деле я успешен только потому, что мне это реально по кайфу и реально нравится. Друзья, помните Милкис? Раньше он был только в одном вкусе. Синяя банка, по-моему, ванильный, либо сливочный. В общем, он был самый вкусный. Сейчас куда-то синяя банка пропала, и остались там апельсиновые, клубничные и так далее. Но Милкис до сих пор остался Милкисом. Это мой самый любимый напиток. Неплохое такое путешествие у нас получилось. Путешествие длиной в 15 километров в одну сторону. У меня для вас новость. А новость состоит в том, что нас уже 70 человек. Для кого-то это такая небольшая цифра, но не для меня. Я хочу сказать вам всем огромное спасибо, ведь 70 человек – это уже не маленькая цифра. Да, это начало, но каждый с чего-то начинал. А моя задача сейчас – смонтировать видео, которое я снял на 40-й школе, и смонтировать этот влог, который вы сейчас смотрите, чтобы он был в красивом виде на канале. А видео, которое я снял на 40-й школе, будет по ссылке в описании на моем втором канале.